Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Также, ребятки, в телеграм-канале проходит розыгрыш. Играйте, участвуйте, выигрывайте. Ребятки, если вам не тяжело, пожалуйста, ребятки, поставьте лайки. Это очень поможет моему каналу. Ребятки, смотрим трек нашего красавчика Биг Бабби Тапу. Поехали, друзья! Парень маленький пришел. Ай да, заходи, сынок. Кот пришел, кот. Ребятки, вот что я могу сказать? Биг Бэби Тайпа? Тейп. Ну, это я нарочно так говорю, тейп. Тейпи, конечно. Ребят, очень хороший исполнитель, ребятки. Вот вы сами слышите, как он классно поет, да, ребятки? Не поет, а вот как сказать даже? Ну, рэп читает. Да, рэп читает. Классно, ребятки. У него голос очень интересный, да, ребятки? И все так у него стильно получается. Вот слова, он их поет так завуалированно, да, что мы не понимаем, о чем это, да? Вот. Не все, конечно, слова, но немножко, чтобы мы додумывались, ребятки. Мне нравится, как он поет, исполняет, как читает рэп. У него очень красивый голос, он стильно все это делает. Мне очень нравится, ребятки. Танцевать можно, двигаться можно, ребятки. Я с удовольствием бросаю либо, ребятки. Вы меня не обижайте, ребятки. Я человек такой, знаете, вот веселый. Вот я по жизни такая, ребят. Я ничего не могу с собой сделать. Я люблю баловаться. Вот до сих пор я это делаю. Ну, не обижайте, ребятки, поэтому. Могу иногда баловаться, могу иногда быть серьезным. Бросить эдлиб можешь. А? Эдлиб можешь бросить. Могу бросить эдлиб очень сильно. Оператор ругает меня, говорит, не надо так громко. Я говорю, ну, мне хочется, что я могу сделать. Ребятки, поехали дальше, друзья. А? Поехали. Little pink eye shot, she got good. Then he got now, put it really good. Put this baby, if I can't no more. Очень понравилось, ребятки, знаете, и вы знаете, он мне настроение поднял. Это вот, альбом классный у него этот. А мы слушаем, да, ведь потихоньку. Весь альбом потихоньку слушаем, да. Ребят, ну вот реально он настроение поднял, да, и вот скажите, как правильно сказать, поднял или поднял? Вот, ребят, смотрите, мне хорошо стало, я потанцевала, я эдлип побросала, мне просто поднялось настроение, ребятки. Ну, шикарно, хорошо. Эдлип ты бросай, но не перебивай. Ну, я не перебиваю, я в конце говорю. Да ты что? Да. Ребят, ну, реально хорошо читает, да. Современно, так стильно, да, так спокойно, так классно. Мне нравится, друзья. Вообще мне он нравится. Он такой, во-первых, такой миленький, да? Он миленький такой. Хорошенький мальчик.
Ну все, друзья, пока, мои хорошенькие.